Всем привет, доброе утро. Сегодня суббота, выходной день. И вот хотел брата отвезти в соседний город. Говорю, подходи ко мне, я уже выезжаю. Выезжаю, а тут вот оно что. Обратите внимание на вот это переднее колесо, видите? В лепешку. Я еще с гаража выезжаю, я вот только выехал. Выезжаю и слышу, что это? Думаю, за звук такой подозрительный. Ну, в общем, сейчас буду менять. У меня еще 4 баллона лежат в подвале. Так, хорошо, что у меня еще есть 4 баллона в подвале. Вот сейчас я их поставлю. Так, ну, в общем, ставим вот эти колеса. Меняем, так сказать, на эти. Для этого мне нужен домкрат. Он у меня находится в багажнике. Вот такой вот обычный домкрат, в принципе. И нужен мне еще ключ, чтобы открутить болты. Он находится вот здесь. BMW всегда, в принципе. Ай, головка слетела. Вот такая вот головка, насадочка есть еще, чтобы откручивать. Болт безопасности один есть. Такой здесь где-то. Вот тут вот он сидит. Видите? Ах, не видите, наверное. Вот здесь вот он сидит, видите? Остальные все нормальные гайки. Вот так вот. Так, ну приступим. Ну и все, в принципе. Первое колесо готово. Так, приступим к остальным. Свет постоянно вырубается, знаете, здесь мне приходится подходить и к выключателю постоянно включать. Кстати, колеса у меня все промаркированы. Вот здесь, например, стоит HL, это значит Hinten Links. Ну, я по-немецки подписываю, знаете, Hinten сзади, Links слева. Так, знаете, есть здесь такая штука, знаете, может, кому интересно, знаете, куда вставляется вообще домкрат. Вот такая вот штука, а спереди ее будет открытое видно. Сейчас посмотрим. То есть, где она? Вот она, в общем, вот сюда вот. Где он, ребят? Вот она, да. Вот. Вот сюда вот домкрат вставляется, в общем. Вот такая вот штука здесь. Так, ну и приступим к замене заднего колеса. Ну, в общем, осталось поменять только вот это вот сзади колесо. Но я смотрю, вот это вот тоже приспущенное. Поэтому я его ставить не буду, оно довольно слабое.
Поэтому поеду на заправку, сначала вот это вот накачаю, и то второе колесо, вот это вот, которое проткнутое, да, которое, в общем, в лепешку, видите? Его тоже заодно накачаю, посмотрим. Может быть, дырка большая, я сразу увижу. Хотя я тут в одном месте видел. Где-то тут торчал такой камушек. Ну, в общем, посмотрим. Пока на трех колесах. Ну, думаю, до заправки 300 метров, по идее, нельзя. Чтобы на одной оси два разных колеса было. В общем, закину вот эти два колеса в багажник и на заправку. Вообще, друзья, в Германии запрещено вот в таких гаражах, да, вот как, например, в нашем доме заниматься какими-то ремонтными работами по поводу автомобиля, там колеса менять, вообще ремонтировать автомобили. Это написано даже в контракте. Вот тут я смотрю, тут написано просто курить нельзя, то есть запрещено полиции. Но сегодня суббота, так сказать, выходной, никаких, так сказать, как это называется, хаусмастер, да, это у нас завхоз его, хотя он в субботу тоже работает, знаете. Ну, в общем, мне пофигу, у меня экстренный случай, проткнул колесо, поэтому я думаю, я смогу договориться. Так, ну сейчас я еду на заправку, и посмотрим, что же у меня с другими двумя колесами. Пожалуйста, проходите. Два пешехода. Тут, знаете, у нас в гараже всегда опасно выезжаешь, когда... Так, посмотрим. Заправка тут недалеко. В принципе, я мог на одну, на вторую поехать. Я езжу всегда здесь на Shell. Да и вообще мне все колеса подкачать надо. Потом я еще думаю, я обязательно поеду помою, потому что с такими колесами ездить как бы, ну не знаю, для Германии, наверное, стыдновато было бы. Да, я не успел их помыть в прошлый раз. Вообще, честно говоря, у меня стояла еще зимняя резина, да, просто я все как-то не успевал поменять. Ну и вот такой случай, видите, хочешь не хочешь, менять придется. Сейчас посмотрим, что с одним колесом там у меня. Пролежал он долго в подвале, видите, тоже слабое. Посмотрим. Но мне кажется, оно меня спускало раньше. Так. Ну, на сезон хватало вроде. Ну, там, я не знаю, на лето, допустим. А зимняя у меня на 17 дюймов диски стояли, а летняя на 16. Опять же, ведь суббота, тут машин всегда куча. Может, бензин дешевый, поэтому народу много. Вот сюда мне нужно. Люфт und Wasser. Воздух и вода. Ну вот это кто вот так запарковался? Что за чижик такой? Все, блядь. Так, Лень, домой мне было сходить до этого, да, сейчас же я взял перчатки себе такие, потому что колеса грязные, блин, я до этого сходил домой, руки помыл. Так, ну сейчас вот здесь вот я возьму вот этот шланг и подкачаю колеса и проверю заодно те два. В общем, ребята, тут подъехали, блин, где мой ключ? Хотя колеса накачать, я ему вступлю, сказал. У них такое навороченный гольф, знаете, стоит на прицепе. На таком вот пикапе на Ниссане. Так, я вот так вот проеду. За ними просто встану. Thank you.
Не знаю, что с этим гольфом, но видите, он у них на прицепе. Может, на выставку на какую едет, я не знаю. Пятый гольф. В общем, я спросил ребят, а говорят, купили только что. Только что купили они этот гольф и вот везут домой. Не знаю, почему своим, вот так не своим ходом. В общем, не стал дальше спрашивать. Поблагодарили меня за то, что я им уступил. Так, ну для начала посмотрим, что этими двумя колесами. Сначала я летнее накачаю. Посмотрим. Будет ли оно спускать? Я думаю, нет. Оно просто долго очень лежало в подвале у меня. Поэтому... А, не подсоединил четко. Надо лучше закрепить. Вот так вот. О, какое вообще пустое, прикиньте. Два бара мне нужно на передние колеса. Я сделаю 2,2. Пойдет. Посмотрим, пока я другие подкачиваю. Я думаю, с ним ничего не будет. Так, вот это вот еще посмотрим сейчас. Что здесь у нас? Дырка большая, маленькая. Так, получше подсоединил. Короче, где-то там шипит, не знаю где. Может, даже золотник. Сейчас посмотрим. О, чем больше давления, тем больше оно шипит. Посмотрим где. Вот тут, понимаете? Вот тут прям где золотник. Понял, вот тут вот дырка. На питке, на самой. Прямо на питке. Вот тут вот, не знаю, видно будет, нет, ребят. Вот здесь вот прям дырка. Прямо здесь такая. В общем, это ерунда, это можно поменять. Все понятно. Будем качать колеса. Так, посмотрим, сколько здесь у нас давления было в переднем. А, было где-то 1,4. Два и два, окей. Я забыл, это у меня же заднее колесо. Его 2,4 нужно накачать. Ну, стоит вот, в принципе, как я и накачал его 2,2. В общем, 2,4. Заднее я делаю, знаете, чуть-чуть, чтобы поменьше расход был. Пойдет. Так, ребята, а что я буду париться? Я прям тут на заправке поменяю себе колесо. Цвет хороший. Приступим. Друзья, мы в Германии, поэтому как взял, так и оставил, знаете. Раз, шланг смотал. Не составляет никакого труда, в принципе. 30 секунд и все в порядке. Так, ну и под конец еще что-то очень важное я вам хочу сказать. На немецких заправках запрещено качать
ничего, кроме колес автомобилей, да? Тут и написано, вот тут Acht Druckluft ist gefährlich. Ну, короче, тем, кому меньше 16, сюда нельзя. И справа написано только для ПКВ и мотоциклетных колес. Это применяется, в общем. И вот тут еще снизу такой знак красный, да, Warnung. То есть, что при накачивании велосипедных колес, всяких тележек строительных там, потом резиновых лодок и так далее, и всего подобного, то есть все это очень опасно и категорически запрещено. Так что имейте в виду, потому что уже было пару смертельных случаев даже, когда люди пытались накачивать какие-то колеса от тележек или от велосипедов или резиновых лодок. Классная тачка, первый раз вижу такую, посмотрите. Что за аппарат? Ну вот и все, друзья. Вот такая мне суббота выдалась на этот раз. Колеса поменены, сейчас два оставшиеся закину еще в подвал. И брата моего нужно отвезти, то есть на Рейн, он просил меня. И потом меня попросил еще друг в 2 часа дня тоже отвезти его в Бон. В общем, он тоже что-то забеспокоился, позвонил. Говорит, я слышал, там колесо проткнул. Ну, в общем, я говорю, не проблема. На крайний случай я могу у отца машину взять. Ну, в общем, всем спасибо за внимание. Я здесь, конечно, в этом видео никого ничему не учу. Я просто показал ситуацию, то есть тот случай, который случился со мной. И что из этого получилось. Всем спасибо за внимание. Всем всего самого хорошего. Не протыкайте колеса. Пусть ваша резина держит долго. Всем пока.